Экс. Ой. Ну шо, не опоздал даже, да? Не опоздал. Да, это я. Это я, это, можно сказать, я, да. Доброго вечера. Всем... Ой. Ой, какой голос. Фу, противный. Нет, красивый. Шучу. Ребят, доброго всем вечера. С вами, как всегда, я, Лёха, мой никонтар Радон. Вы находитесь на канале Hard Games. И сегодня... Симулятор заправщика, симулятор заправки, заправщика, кто как называет, кто как говорит, но мне вообще, знаете, эта тема не чужда. Почему? Потому что в свое время я когда-то работал на заправке и зарабатывал свои, наверное, ну не первые, конечно, деньги, но уже к тому моменту я на нескольких работах тогда поработал. Там разнорабочим, там кирпичи таскал. Вот, так что сейчас я вам покажу. Как говорится, как надо, что делать. А сразу говорю, не занос, это чисто такой чил-стрим. Не знаю, буду проходить игру или нет. Зайдет, попрохожу, нет. Что-нибудь новое посмотрим. Это рубрика «Давай глянем». И сегодня у нас такой короткий анализ. Не забывайте, ребят, что на этой рубрике обязательно пишите ваши комментарии. То есть, как только стрим обработается, внизу настрочите, пожалуйста, напишите там, допустим, Лех, крутая игрушка, го еще там, или нет, не понравилось. Короче, ну, то есть, вы шарите, да? Шарите, да. Так, ну что, поехали, поехали. Давайте, давайте посмотрим. Надеюсь, вам не громко, там не тихо. А самый сок, да, самый раз. Если что, там скажете. Так, все, поехали. Оп. Все, погнали. Ой, симулятор заправки. Ой, сейчас пойдет процесс. Начало эпичное. А что значит татуха паук на руке? Паук. Games. Мансур, спасибо, ребят. Спасибо огромное всем, кто за спонсорки, ребят, кто поддерживает меня копеечкой. Милости прошу. Все, кто тоже просто подписывается, респект, уважуха. Спасибо, ребят. For sale. На продажу. Поздравляем, теперь вы владелец Dust Bowl. Автозаправочной станции. А что, так, типа, можно? Просто завернул, и ты уже владелец? Да ладно. Ой, а можно немножечко сенсу поменьше? Прям вот, вот, наверное, вот так. Спасибо, Эцва. Очень скоро. Спасибо. Спасибо. Скоро, скоро, скоро уже ассасин. Осталось немножечко. Слушайте, я бы даже еще поменьше сделал. Что это прям сильно, сильно. Сенса такая прям бешеная. Так. Еще, подожди, что произошло? Так, мы с тобой проснулись. Взять. Че? Бросить. А, стоп. А, да ладно. А, типа... А, все, я понял, как это работает. Так, погоди, сейчас мы с тобой... С первого раза видел? Только мертвый не умеет играть в баскетбол. О! Пойдет. Так, выясните, как войти на заправочную станцию. А черт его знает, как войти. Так, давайте мы не будем торопиться. Здесь коробка от пиццы. Я так понимаю, это уже есть, да, сама моя эта? Че с your teammate? Во, ужика, ужика. Я бы ужика выбрал. Так, это что такое? Кликнуть? Угу. Так, по... ух, ни хрена, это что, винтарь, что ли, лежит? Плохо. А, слушайте, здесь целый комплекс. Так, давай срач уберем. Срач мы весь уберем. Эть.
Слушай, ну контейнеров очень много. Интересно, как отсюда мусор теперь вывозить. Так. Какая-то заправка у меня такая, знаешь, прям убитая вообще в хламину досталась. А как туда? Подожди. А! Так это ж хорошо. Сейчас мы, ребят, здесь рай сделаем с вами. Вы что думаете? Фу, блядь, что это такое? Ку-ку. Так, погодите, я вам сейчас чуть-чуть погромче звук сделаю. Я думаю, где-то вот так вот. Во. Так. Следуйте за высоковольтным кабелем, чтобы найти, включить электричество. Слушайте, ну на заправке без электричества это очень туго. Да туда, что ли? Слушай, да это не заправка, это целый комплекс. Смотри, короче, стоит ветряная мельница. Опа. Так, ну что, с почином нас? Спасибо, ребят, спасибо за подписки. Так. Что это за звук? $5. Будут в жопе алмазы. Так, есть, возьми трубку в будке перед станцией. Слушайте, а мне так... Я никак, кстати, в симуляторы не играл. Я не помню, на стриме мы с тобой когда-нибудь вообще играли во что-нибудь, в какие-нибудь симуляторы? Слушай, ну смотри, у нас с тобой свет есть. Алло. 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 Это телевидение? Congratulations on your purchase and investment, little nephew. Поздравляю с покупкой и инвестициями, племяш. А, это мне дядя, да, получается, звонит? Yes, I'm a busy person. Давненько ты не слышал мой голос. Да, я занятой человек, но счастье, земля, на которой ты хозяйничаешь, принадлежит моему отцу. Поскольку ты не только потенциальный деловой партнер, но и семья. Кто-то сказал семья. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно посылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать. По всем вопросам будь внимателен. Мне пора. Окей. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Слушай, ну спасибо. Спасибо. Так. А что у нас все везде заколочено? Подождите, чтобы, наверное, народ шел, надо вид какой-то придать заправке. Сейчас мы здесь устроим. Шест надо в центре воткнуть. Все говно и так воняет. Ёпта, срач вообще лютый. Так, а что такое? О! Наташа! Свободная касса. А я знал, что рано или поздно у меня этим все закончится. Я знал, что когда-нибудь... Я буду просто обычным работягой и кассиром. Я знал. Да? Вот, пожалуйста. Так оно и есть. Ну и ничего страшного. Ну и подумаешь, какое дело. И, как говорится, это, нечего бояться. Работа хорошая, практически не пыльная. Крыша не течет. Че мы это с тобой не вывезем, что ли? Вот это надо, каловые массы вот эти надо только убрать. Так, письмо. Чего? А, кого, блядь? О, привет! Так, письмо от дяди, получается, да, от нашего. Поздравляю, салют. У меня никогда и не был подвешен язык. Однако вижу, что ты сделал солидные инвестиции. Вложился в заправочку, понимаешь? Хотя мне жаль. За это тебе пришлось продать свою машину. А, да и хер бы с ней, да эта тачка не главная, главная семья. Ой, Гарина, донай. Ты всегда мог попросить у меня суду. Я подкину несколько советов и трюков, периодически буду приходить. Ну, короче, это типа как он нам будет помогать, подсказывать и так далее и тому подобное. Слушай, ни хрена себе, а что это такое? Подожди, восстановить. Вархаус. Это на какой-то вообще склад похоже. Инструмент. Да что? Да ладно!
Да ладно, блядь, паркинг, алкоголь, декорации, да, доставка. Я сейчас тут развернусь. О! Так, Сережа, ну-ка подожди-ка. Вот это деду надо. Здравствуйте, можно гамбургер? Ой, вы знаете, если бы я свои бургеры делал, я бы их, знаешь, какие вкусные делал. А для вас бы скидка была, я не знаю, 54% бы, да. Так же, как на мерч, вот, делал бы вам скидончики. Все главное, чтобы вкусненько было, чтобы вы прям кушали. А, так вот, текло, все, вот так вот. Ай, и на сиськи. Вот, вытер, вот так сказал. Хуета. Так, ну что, будете? Нет, мои бизнес-партнерами, чеша. Так, добро пожаловать на уровень, бро. КР, спасибо огромное. Так, давайте сразу склад восстановим, да, наверное? Ага, хер, выполните больше задач. Ну и ладно, и ладно. Так, задачи. Выполните, блядь, больше задач. Какие задачи? Подожди, он, может, мне что-нибудь сказал? Не волнуйся о деньгах. Садитесь в мини-экскаватор. О! Так, пошел про... Вот это мне такое на... Ой, слушайте, это мы хорошую заправку купили, если уже и техника есть. Хрена себе! Это лучшая игра в мире! Ля-ля-ля. Привет, ты в курсе, что... Да-да-да, я знаю, что Team Spirit победили, ребят. Я хотел вообще отдельно поздравить на стриме, но... Грац. Так, найдите способ... В смысле способ заправить? Канистра, я не знаю, могу в бак пос... Не надо. А чё так всё, блядь? Ай, типа его сюда. Угу. Типа респаун. Не, ну это хардкор прям. Удерживайте канистру, нажмите заправочной колонки, чтобы ее наполнить. А как узнать, допустим, есть ли у меня топливо на моем этом? Слушай, ни хрена себе, а чё, блядь, что так все заморочено? Я думал, здесь просто две кнопки нажал, все, миллионы будем с тобой зарабатывать, как эти нефтяные магнаты. Ага, хер там плавал, ты посмотри, везде все в каловых массах. Да и ладно. Ой, это мне помощник надо. Ребят, кто пойдет, нет ко мне. Hard oil. Hard fuel. Ой, блядь, слушай, как классно звучит. А завтра смотришь, раз уже заправку, блин. Кролбургер. О, кролбургер это... Я тебе сейчас бан дам за такие вещи, понял? Так. И что тут надо нацедить? А как цедить? Ой, бля. Давай. Подожди, что надо? Нажать Т. Заправочный пистолет, покопление же... Подожди, а где канистра? Ох, канистру. А, возьми сначала канистру. Вот так вот, да? А, ни хрена! Да ты что ты? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Павлик, тебе спасибо огромное. Я знаю, я вернусь, Павлик. По поводу этого я отдельно скажу. Так, канистра полная. Налили. Слушайте, надо посмотреть, сколько на заправке бензина. Короче, я когда работал, было 4 резервуара, 1 вода, по-моему. И 3 по 25 тысяч литров, что ли? Если я не ошибаюсь, блядь, могу ошибаться. Все, уже забыл, уже давно дело было. Спасибо, ребят. Спасибо огромное за приглашение. Блядь. Мы заправим. Оп. Вернитесь к удалению кучи песка. Погоди, как мне? А как убрать? А, понял. Подожди, куча песка. Чё, блядь? Куча песка, мне надо в трактор мой залезть. Сейчас попрёт. Юстина, спасибо. В Нарафаминск? Что, напиши мне в этот, в как он называется? В директ. В директ напиши, hard.inst, и посмотрим там, чё как. Слушай, здесь прям, смотри, прям топливо. Стой, ты деньги, наверное, да, мои не видишь? Погоди. Сейчас мы это исправим, вам надо за лавандосиками смотреть. Оп. Оп.
О! Как я? Так. Слушайте, ну вон машины едут мимо, ёпта, деньги мимо проезжают. Так, подожди. А как убирать? Тормоз, турбо, выхода. А как? А как, подожди, как убрать-то? Понял. Управлять экскаватором. Держите левую кнопку мыши. Левую кнопку мыши держу. Чё не сгребает? Непонятно. Так, еще раз смотрим. А как чтоб он подчеркнул? Поднять, бросить песок. Жди ЛКМ, правильно? Что он здесь ничего не черпает? Вроде же ковш. Понятно. Так, ну тормоз работает. Подъедь. Опусти ковш. Подними песок. А, во, ёп, заработало. Так. А, все, все, понял как, ребят. Понял, понял, все. Что себе тут целая наука. А куда песок высыпать? Откуда-нибудь в сторонку. И так сойдет. Если он никто не тронет. Так, надо открыть заправку, надо, чтобы бабосики пошли. Так. Ты можешь открыть АЗС в любое время. Используйте время простое для улучшения АЗС и других дел, которые ты сможешь типа сделать. Ладно. Че, все, мы работаем, что ли? Через ПК запасы топлива. Ладно. Яма специально есть, пока будет там. Ай, что такое? Еще какой-то, так. Запасы топлива через ПК. Так, доставка, понял. А где наши бабки? Так, 0 из 200 литров. Это я понял. Майнус, спасибо. Ага. Так, погодите, а как нам люди пойдут? У нас срач, блядь. У нас с тобой конкретный срач. С тобой прям... Прям все печально. Погоди, а где-то, помнишь, было пакеты какие-то мусорные? Пока нельзя. Так, вижу, у нас $450 с тобой. Значит так, заказываем топливо. Количество единиц 200. Заказ. Так, слушайте, это если к нам сейчас сюда так люди пойдут, у нас все... В каловых массах это плохо. Это надо выносить все. Спасибо. Я сейчас иду. Опа. Ой, блядь. Погоди. Как? Как? Купить топливо, мать, подожди, сейчас привезут. Эй, бля. Бабки уехали. Никакого праздника. $55 всего. Нету топлива, ну нету. Вот сидим ждем. А вон 300 метров едет, едет. Едет это. Бабки уезжают. Что это такое? Проверь навык в игровых автоматах. А это типа мини-игра что ли? Спейс-прыжок.
А, нифига. Давай. Это раньше, помнишь, эти были? Типа мини эти машинки или как их там? Шутя. А мне что-нибудь дадут за это? Не знаю, там деньги, награду какую-нибудь. Денежки бы вообще бы нам не помешали. Сколько там? Минута 20, да, надо все пройти, все чекпоинты. Это легко. Шутя. Или не очень. Блин, вот если бы нам денежек бы за это дали, нам прям в самом начале очень денежки нужны. Как здесь проезжать-то? Давай. Это 20, да, по-моему, надо? Сколько минут? 30? Минут 30. Минут 30, наверное. Вы знали, как это управляется? Это просто атас. Это прям, знаешь, как управляется? Тем, кто делал вот это. Можете это, руки вообще не делайте больше такие вещи. Это не ваше. Так, первый день. У нас 7 часов, ребят, заработка 0. Что мне это дало? Так, вижу. Так. Пошел процесс. Так. Так, значит, здесь у нас с тобой это... Обсудите первого клиента. Стой! Чё там? Да нормально, часу едет. Опа. Мадам! Идет процесс. Are you kidding? Перелил маленько. Ну шо, бабло потекло, да, уже? Рекой пошло, видал? О, мусорный пакет. А как достать? Через тап, наверное? Ой. Мешок для мусора. Мусорные мешки можно собирать мелкий мусор, менять мешки в мусорных контейнерах. Крупный мусор или полный... О, да-да-да-да-да, срач убрать, срочно, срочно. Ой, как удобно. Срач весь срочно убрать, все убрать. Люди сейчас придут здесь. Срачешник просто атас. Как в этом, как... Короче, очень сильный. Так, а мешки мы сейчас с тобой в помойку выкинем. Я не пойму, что вот это такое. Типа вторая касса, что ли, или что это? Во, мухи перестали летать, слава богу. Так, подожди, слушай. А, даже так. Наведем здесь уборочку. Люди все довольные будут приходить. Валить нас с тобой будут. Скажут, какая хорошая чистая заправочка, да? Все туда. Так, давайте еще маленечко здесь уберемся. Что тут? Еще срач у нас. Слушай, ну у нас уже, кстати, с тобой очень очень все неплохо. Смотри, срач убрали, окошечки все чистенькие, все хорошо. Да? Что тут нам осталось? Вот как вот большой мусор убрать, вот это вот вопрос. Вот это вообще непорядок, кстати. Здесь тут тоже
Давайте окна все расколачивать. Это там такое не надо. Надо, чтобы люди видели, что мы с вами работаем, что у нас все чики-бомбони. Правильно? Правильно. Так. Так, самое главное, не завтыкать, когда приедет какой-нибудь клиент. Это самое, мать его, главное. Слушай, это мы сейчас с тобой вот так вот, знаешь, как чисто будет? Это ж мусор, он... Слушай, ну они, наверное, тоже будут приходить, фантики разные бросать. Знаю я вот этих вот быдло, вот, знаешь, которые приходят и начинают везде вот эти вот бычки, фантики. Бля, устрою. Нам такого с тобой не надо. Нам надо, чтобы чистенько все везде было. А я сейчас уверен, сейчас такие придут. Быдло. А ты вот потом ходи за ними, убирай. Так, погоди-ка. Надо рукой теперь все вот это разобрать. Это прям... Матери, все отсюда. О, стой, стой, полка! Погоди, может пригодиться. Слушай, ну смотри, у нас... Погоди, а здесь музыка, что ли, даже какая-то есть? Да ладно. Только сейчас обратил внимание. Так, теперь надо бы понять, как все эти, все... Дай пока нахрен все выкинем, если что, новые купим. Че мы с тобой? Не богатые, что ли, люди? Все старые, что ли, будем с тобой? XCOM еще будет? Да, будет, но не сейчас. Чуть попозже. Попозже, я думаю, после Ассасина, наверное. Слушай, ну у нас прям чистота с тобой, порядок. Бочка... Может, бочку оставить, если что, мусор пусть бросают. О, стой, стой! А чаевые будут мне? Ой, да... Легкие бабки, конечно. Конечно, когда такие инвестиции от гениальнейшего человека. Что здесь говорить, конечно. Конечно. Мы с тобой переполнили тут. Ну-ка. Ить! Ну и нахрена мне тогда контейнеры какие-то? Соседям взял за забор, накидал, да и все. Подумаешь, какое дело. Правильно? Правильно. Ну! Знаешь, что плохо? Что вот здесь вот нет этого. Слушайте, вот эти вот кучи мусора, это очень плохо. Это же наше лицо, это наш вид. Сюда люди все приезжают. Слушай, подожди, а как у нас с тобой? С двух сторон, что ли, заправка? Или меня глючит? А, нет, с одной стороны. То есть люди вот отсюда, правильно, заходят? А нахрена я здесь тогда мусорю? Давай все вот туда потихонечку. Подожди, а как же потом... А как же потом вот это все выкинуть? Нам же надо, чтобы нам вывезли потом вот этот вот контейнер, правильно? Надо, наверное, там тоже говорить, чтобы вывезли. Где это, блядь? Надо тогда утрамбовать все. Так, ну-ка давай, двигаемся. Сейчас, да, будем еще переплачивать лишний раз. Стой! Надо было ребятам позвонить. Газельку подогнали, сейчас бы все металлолом бы сдали. Полезно и место экономит. Правильно? Правильно. О! В два раза больше, смотри. Идеально. Мусор на территории, по ходу дела, да, ребят, учитывается, потому что... Купите метлу, да подожди с метлой. Да я уберусь сначала.
Смотри, сколько всего набросано. Стой! Great. Слушай, смотри, мы с тобой уже сколько бабосиков с тобой заработали. Реально бабки капают, капают и капают. Такое надо. Первый день, смотри, мы уже с тобой здесь все разобрали. Еще параллельно заправку. Блин, нам бы помощника какого-нибудь. Кстати, ну я, знаете, что заметил? То, что бесконтактная, да, это типа оплата. Спасибо, Павлик. Ты пиши это в комментариях, братан. Прям в комменты чирикай. Я же читаю все это. Комменты пиши, скажи то-то, 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 то-то. Спасибо. Спасибо. Так. Слушай, ну контейнеры очень вместительные. Спасибо. Еще раз. Так. Слушай, ну смотри, все разобрали. Все у нас прям чин по чину. Да, все работает. Все хорошо, все красиво. Все. Бак только заполнился, но ничего. Так, купи метлу. Купи метлу. Купи метлу. Сейчас куплю. Она мне бесплатно дается. Так. В верхнем левом углу можно увидеть панель состояния пола. Ага, вижу. А, вы теперь не видите. А ну-ка дай-ка я себя вот сюда вообще, да, вот уберу вот так. Во! Во! Вот теперь вы все видите. Короче, это теперь быдло будет ходить и ногами топать. Ну, ладно. Вообще оттирается? Пол весь попортили. Ты посмотри, тут еще пол, зараза, хороший. Как вот эту пыль-то оттереть? Ром, спасибо. Доброй ночи. Ну, в повторе посмотришь, куда не денется. Спасибо. А чё, а вы как хотели? Стримеры думали, только за компом сидят? Хихихаха. Вот. Да и шваброй. Я дома, кстати, тоже помогаю убираться, и ничего. Когда не разваливался. В дом убирайтесь. Смотри, какая чистота, порядочек. Где тут еще? Смотри, как все с тобой оттерли, отмыли. Смотри, как прям заходить приятно. Да? Смотри, как хорошо. Стой! О. Have a nice day. Давай. Скоро за поборами, да, приедете? Да? Ой, блядь. Начнется. Знаю я. Все уж понятно. Все понятно. Симулятор России. В чем здесь Россия? А это не важно. Я знаю, сейчас начнется потом. Давайте на халяву нас заправите вот это вот. Раку. Нормально. Так, мне вот здесь вот не нравится. Как бы нам облагородить, да, вот сам въезд? Да? Нам бы вот облагородить его, и было бы очень хорошо. Именно вот, знаешь, чтоб типа они заезжали, и все прям красивенько у нас с тобой было. Слушай, а вот это надо вот в пакет собирать. Вот оно, быдло, наплевало, нахаркало и не убрали за собой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот фантики бросают. Ай-яй-яй-яй. Как не стыдно, а. Как не стыдно. Пен, спасибо. Мусор убираюсь. Да я стараюсь. Слушай, надо, да, надо по контейнерам мусор тараканить. Я вот большую вывеску не могу убрать. Стол, давайте я... Стол мы сюда вот уберем. А вот, кстати, закажите вывоз мусора. Так. Так, вывоз мусора. Открылся. Заказать. Дурак.
Денис будет иногда появляться на станции, рисовать граффити на стенах. Остановить его можно, бросая в него предметы, это отпугивает его ненадолго. Слышь, ты хуй малолетний. Сейчас, блядь, заправлю. Тебе пошучу сейчас. Сейчас вместе посмеемся, сынок. Смешно-то как, блядь. Ой, смешно. Сейчас, блядь. Смешно, да, сука? Где он? Слышь ты! Свой здесь же и закопаем. К ебаной матери. Дурак неумный. Эй, бля. Ой. Так. Сейчас мы его здесь же и прикопаем. Значит так. Так, тихо. Надо наш транспорт убрать. Подождите, надо как-то понять. А, во-во-во-во, машина приехала. Погоди, давай пока сюда впаркуем. Машина приехала. Так, и что тебе надо? Все? Купите валик, покрасьте стены. Ле! Кинг Денис. Ну ты и чмо, конечно. Ну и ладно, я сейчас заодно здание покрашу. Так. Валик. В какой цвет стены покрасить? Валик для краски. После активации нажмите Shift, чтобы выбрать цвет. Ладно. В зеленой зоне. Какой цвет? Я пока не знаю. Надо какой-нибудь позитивный. Да? Нет, зеленый как-то очень хмурый. Может, песочный какой-нибудь влупить? А что, будет, по-моему, очень красиво смотреться. Вот, пожалуйста. Поколение Пепси. Вот. Как вы это прокомментируете? Вот я на превью даже поставлю. Вот. Не, давайте светленькую, да, сделаем. Заправку. Вот, пожалуйста. Прямо вот таким вот. Подожди, что надо? А, ни хрена. Я раз так же видел. Вот так же было в одном фильме. Слушай, не шутят, а что так все? Так. Прет, процесс прет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смотри, какой дом получается, а? Посмотри, как хорошо. Ой, это такая, как уютная какая заправка у нас с тобой будет. Сейчас народ попрет. Так. Дурачок еще раз придет, писюн на стене нарисует, я его точно бутылку ему в голову кину. Клиент. Как тебе сказать, клиент? Такой себе клиент. Thanks. Давай. Согласитесь, хорошо? А сразу бутылку дежурную приготовить. Если что, сразу херануть. Да.
Так. Смотри, какой у нас сейчас с тобой... Слушай, это прям не заправка, это прям... Интересно, а внутри можно красить? Так. Как красиво. Ой. Давайте входную зону сразу покрасим. Надо, знаешь, чтобы она прям смотрелась издалека. Крышу, знаешь, что надо? Давай крышу темную сделаем, да? Типа такой, знаешь, козырную. Поехали. Красота какая получается. А давай, знаешь, как с тобой? Как у нас в стране красят. Короче, с одной стороны покрасим с лицевой, а с другой просто закроем этим, знаешь, типа тентом таким, и скажем, что это нормально, то есть, ну, так как бы и должно быть, и типа еще просто вот буквально вот со дня на день доделается. И так оставим до конца игры. Ну, а что? Крышу, если бы сейчас был черный цвет, я черную бы прям крышу сделал. Так. Так, надо найти как оконные рамы. Так, окошечки надо сделать в другой цвет. Да, кстати, ребят, дизайнерские услуги, вы обращайтесь, я, если что, без проблем. Подскажу, научу там. Сейчас в моде, знаете, такие, короче, белые, значит, да. Крыша черная, обязательно водостоки черные должны быть. Окна, кстати, черные обязательно должны быть. Обязательно просто мастхэв. Блять, стой! Стой, где? Стой! Блять. Оп! You are amazing, это он мне сказал. Ты прекрасен. Смотри, 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 смотри. А? Ой, как похорошел все-таки приз. Продолжаем наш разговор. Парк Горького, знаете, ребят, как у Коленьки Соболева. Тоже изменился. Вот у нас также заправка. Люди пойдут, а у нас с тобой, смотри. Жалко, водослив нет. Поп, спасибо огромное. Да-да-да, у меня в городе также, говорит, делают. Только с одной стороны, да, облицовку сделал, а с другой зачем? Не, ну согласись, а с другой вообще зачем? Все нормальные люди так делают. Кстати, у нас день подходит к концу, время 17:55. И у нас с тобой все четко получается. Нифига себе, туалет $1.5. А он у меня вообще открыт, туалет, интересно? А? Мужик, по 10 балочке оцени, пожалуйста. Согласись, красота, а?
Чистенько, аккуратненько. Ой. Ты, кстати, лайк также поставил, как мужик? Сейчас я проверю. Палец вверх сделал? А? Видел? Ты блядь, ты посмотри, мой хороший, посмотри, бизнес прет в гору, а? Дениску можно отключить настройку, чтобы мозги не компостировали. Краска время тренинга выцветает, придется перекрашивать. Нет, сейчас будет сильно душить, конечно. Так, крышу, да? Крышу, ой, у меня, я матушке сейчас дом строю, машину все, это, сбагрил. Значит, крышу, крышу тоже, вот знаешь какой, я бы вот в такой вот, можно прям вот сделать вот в такой? Во-во-во-во-во, черная крыша. Я говорю, жалко водостоков здесь нет. Очень красиво смотрится. Очень красиво. Во-во-во-во-во-во-во. Прям вот так вот, чтобы, знаешь, прям, чтобы все козырненько было. Так. Ой, красота. Вот эту бы еще убрать, вот эту шляпу. Вообще бы цены бы не было. А можно окна именно покрасить? Как это сделать? Нет. Тихо, тормози. Как сделать так, чтобы скипнуть? Блин, перекрасить надо будет. Не знаю, как назад. Так. Ну-ка еще разочек. Беленький. Спасибо, ребят, за сапки. Так. Давай теперь черненьким, да? Что-то... Негоже. Можно сразу флаг Советского Союза воткнуть? На крышу. Серп с молотом. Есть такая функция в игре? Так. О, мужик сейчас... Вот в эту хорошо зайдет бензина. В эту прям сейчас нормально зальем. Сейчас, мой дорогой, подожди. Так, сейчас я тебе до самых... До этих самых... Кстати, могу машину параллельно покрасить. Надо тебе? У меня даже чаевые какие-то оставляют. Смотри как. Так. Смотри, 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 как у нас с тобой красиво. Блядь, тебе там сейчас смотрит девушка, которой я очень дрожу. Алина, я тебя люблю, извини, если что не так было. Ой, да прекратите вы, нет, что не так было. Было и было, подумаешь, какое дело. Что думаете, все прям такие эти. Все хорошо, чего вы переживаете. Любите друг друга, уважайте. И все у вас получится, все. Все будет чики-бомбони, поэтому не тратьте жизнь на всякий негатив. Тратьте жизнь на что-нибудь хорошее. Гуляйте, общайтесь. Правильно? Правильно. В природу сходите. Когда последний раз на природе был? Давно? Я знаю, что давно. Я знаю, что, знаешь, когда-то вот, не знаю, когда, наверное, был. Так же, как я. Вот я-то ладно, хоть я-то не работаю, это не работает так. Сложно работает назвать. А я хоть катаюсь, он на заброшку поехал, сон свежим воздухом дышу. Ты давай из дома выбирайся. Не сиди дома. Окна красить нельзя. Чтобы покрасить крышу, залезь по лестнице. Да я вроде и так ее нормально крашу. Слушайте, вот это не знаю, что такое. Ах, это мойка машины! Это же вообще клондайк, это золотое дно, блядь! О! Это же золотое дно, мой хороший. Мойка машины, это ты чё? Это вообще, это must have. О-о-о. Ёпта. О-о-о. Кстати, да, вот так вот удобнее. О, наконец сможем нормально с тобой покрасить. О-о-о. Красота какая. Мне очень нравится. Сразу видно, что новое здание, да? Спасибо, ребят. Клиент подъехал. Так, где у нас заправка-то? Ух, нихера! Машина, блядь. Сабин, спасибо. Pretty much what I asked for.
Ты думаешь, это окей? Это очко. Спасибо. Сабиночка, спасибо. Пожилой Трейс. Залим 95-го 10 литров. Да легко, господи. Что там говорить? Сейчас все сделаем, мой хороший. Сейчас и порядок здесь с тобой. Какой-то стол какой-то. Что, не надо вообще выкидывать? Так. Слушайте, ну вот это вот мойка будет сколько нести? О-о-о. Так, надо нам посмотреть, сколько топлива осталось. Слушайте, а топлива, по-моему, вообще всего ничего, да, осталось? Топлива чуть-чуть осталось, надо заказать, надо бензовоз заказать, а то сейчас клиент приедет, и все, и будет габелла. Будет алаверды. Это не есть гуд. Как-то надо прочухать, как мойку открывать. Мойка, я еще раз говорю, это хорошо. Когда есть комплекс, как людям удобно. Вот они приехали. Раз. Понял. Помыли, поели. А, еда, кстати. Если бы здесь еще еда была бы. Обязательно, обязательно еда должна быть. Обязательно. Так, возьми отмычку, используй ее для открытия багажника. Какой-то вор получается. Держите спасибо, чтобы пытаться открыть багажник. Будь осторожен, чтобы взломать отмычку. У тебя две попытки. Ладно. А это как Skyrim, что ли? Серьезно? С первого раза видел? $10. Картину какую-то, смотри, вытащили из багажника. Хорош. Так. Ой, подожди. Да, стой! Ёпта, мисклик. Бля, надо топливо заказать, топлива уже мало. Так, доставка. Доставка топлива. 61. А где мы можем написать, сколько? 100 единиц. Давай 100 закажем. Привезут. Так, процесс идет. Давайте, пока есть минуточка свободная, посмотрим, что там у нас на почте, да? Так, взлом. Я открою тебе секрет, ты никогда не сможешь играть. То это понятно, мы со взломом разобрались. Покраска. Тебе нужно будет попрактиковаться. Покрасили. Деннис, понятно, дурачка прогнали. Переработка мусора. Похоже, я еще не все сказал. Есть еще одна тема, которую я должен обсудить. Чтобы твое заведение не превратилось в вазку вместо заправки. Небольшой мусор идет в мусорный контейнер или любое ведро-корзину. Мешки для мусора наполняются, утилизируются в большой контейнер. Рано или поздно тебе придется туда сходить. Контейнер сам себя не очистит. Нет, это тогда знаю. Подметание понятно. Заправка топливом понятно. Заказ... Так как гаражи и склад в руинах, пока можно заказывать только топливо. Это понятно. Канистры, инвентарь, понятно. Понятно, все понятно пока. Пока все идет, все хорошо. И? Влад, спасибо. Работник, инструмент. Да нет, у нас все с тобой хорошо. Сейчас. Смотри, смотри, смотри. Так, это бензовоз к нам приехал. Сейчас мы бензовоз разгрузим. Слушайте, ну $275, ребят, у нас обороточка-то уже неплохая. Никит, спасибо. Блин, было бы хорошо, да, сейчас помощников бы. Так, намутить бы, да? Оп. Так, поехали. Опа.
Процесс пошел. Так, знаете, что надо кучу вот эти с песком, да, еще, наверное, разобрать. А, вон еще срач. Thanks. Так, спасибо, мужик. Так. Так, посматриваем за клиентами. Слушайте, но у нас не на ноль, мы прям хорошо с тобой у нас все. Не думал, что мы так с первого раза с тобой все будет получаться. Единственное, что мы только не спим, вообще не спим. И это типа очень странно. И он, персонаж тоже не просит вообще сна. Так, бензовоз уехал. Так, трактор наш стоит на месте. Знаете что? Пока, наверное, можно зону въезда разгрести. Давайте еще раз пройдемся, посмотрим. Старые часы. Слушайте, я бы часики, кстати, сохранил, по-моему. О, магазин снутри покрасить. Подожди. Стой. Сейчас вот этого заправляем. Блин, а чё ж мы... У нас же можно снутри, наверное, магазин, да, засандалить? Ну? Так. Слушай, давай покрасим изнутри. Слушайте, но белым я бы внутри не стал красить. Давайте сейчас часики вот сюда воткнем. Понять бы, как их крутить. Ладно. Давай сначала покрасим. Так, какой бы краской садануть? Давайте здесь, наверное, коричневый, да, цвет возьмем с тобой. Не понял, а почему так красит? Не то. Погоди-ка. Это не то. Братцы, а как же внутри-то? Все, Вансе написал про фото с Луазом. Тебя отметил, чтобы найти было проще. Окей, спасибо. Владислав, спасибо за приглашение, за такое. Спасибо, ребятки. Спасибо, что так поддерживаете. Спасибо за лайки и что приглашаете меня в разные места отдохнуть. Это очень круто. Или покататься. Я понял, про что ты говоришь. Спасибо. Потолок, по-моему, наверное, нельзя. Ну, ничего страшного, сейчас стены покрасим. Слушай, как туда у нас так пошло. Есть, видать, жилка, да, вот эта коммерческая. Есть. Знаешь, что не найду? Сколько... Как понять, сколько топлива осталось на заправке? Вот этого не найду. Вот этого, к сожалению, не найду. Слушайте, ну, в магазине стены... Я бы, знаешь, как стены сделал белые, а колонны, если это возможно, сделал бы другие. Ага, сраку. Нельзя так сделать. Ну, а какой цвет? Давай песочный. Почему надо все в белый? Или вот такой тут? Давай вот этот цвет посмотрим, как будет выглядеть, да? Слушай, а что, очень даже прилично, кстати. Подожди, а вот здесь давай другой цвет, да, попробуем вот этот вот, потемнее. Сейчас мы их сравним и выберем. Я бы потемнее, наверное, сделал внутри. Во! Что скажешь? Левый или правый цвет? Блин, вроде и тот прикольно смотрится. Не, в магазинчике я бы, наверное, посветлее, да, сделал? Вот посветлее, вот этот вот. Как ты думаешь? Или левый? Левый. Стоп! А что нам мешает сделать вот так?
подожди-ка. Блять, креативненько получается. Слушай, это как-то так. Смотри, как хорошо. Погоди. Сейчас мы светлый вход сделаем. Мари. Оп. А? Согласись? Вот здесь давай белую стену сделаем. А большие стены. Ой, сейчас как у нас с тобой, как в Европе будет, как в лучших домах, блять, Лондона и Парижа. Эту белую, а те темные. И человек вроде будет, как знаешь, заходить, у него будет. Он будет думать, что вот здесь вот так вот. Так, клиент. Сейчас иду, подожди, не маши рукой. Че надо? Машину бы лучше помыл. Скоро заправка откроется. Спасибо. 400 бачей. Так. Ой, я бы, знаешь, как еще сделал? Я бы вот здесь в центре. Не знаю. Давай вот здесь вот темным пока пройдем. Слушай, это какой-то уже дизайнер. Я, получается, а не стример, да? Какое-то дизайнерское искусство просыпается в ночи. Эти стены надо темные, потому что они шоркать будут. Здесь всякие полки потом с тобой, наверное, поставим, если можно это в игре делать. Поставим разные полки. И чтобы они не пачкали, белый цвет быстро загадит. Потемнее, он нормально пойдет. О, подожди, а нет, вот здесь вот я по-другому хочу. Я знаю сейчас, как я сделаю. Ой, я знаю. Я знаю, как сделать. Смотри. Смотри, вот здесь как бы зона кассы, да? Вот здесь зона кассы. Я зону кассы сделаю светлым. Человек подходит. А у него? У него зона кассы светлым. Они как зоны получаются. Часы поставим, да, у окна. Поставим часы, знаешь, куда? Сейчас я покажу, куда. Смотри, я знаю сейчас, как мы с тобой сделаем. Очень красиво будет. Егорик, спасибо. Спасибо за спонсорку, ребят. Спасибо, кто стрим поддерживает, копеечки. Так, вот здесь, смотри, вот так вот, типа, белый угол, да? Но вот здесь вот я бы сделал темный. Такой, знаешь, как? Посмотрим, как это выглядеть будет, подождите. Вот так вот темный. Там все-таки запасной, как бы, да, выход считается. Им там делать нехрен. Смотри. Ай! Ой. Just as I wanted. Ой, это что же, ты мне можно свою такую тот магазинчик можешь свой какой открыть? Смотри, как все красиво. А? Огонь, согласись, получается. Вот я бы в такой магазин, кстати, зашел, мне бы так вот нравилось. Все красиво, все хорошо. Смотри, зона, кассовая зона беленьким. Магазин сам темненький. Сам магазин, причем ты подходишь к зданию, он светлый. То есть у тебя позитивные эмоции всегда. Да? Ну классно же. Смотри, как получается хорошо. Вот я балбес. А я с не тем цветом херачу. Я смотрю, что-то не то. Погоди. А, это темный, это он так. Он так показывается. Надо понять, как вот эту кучу говна отсюда выкинуть, потому что это вообще не камильфо. Куча говна, расскажи, как тебя выкинуть. Сейчас, да, кстати, надо пол подмести. О, а чё, очень креативненько получилось. А мне нравится. Не знаю. Как-то смотри, раз, зашел, оп. И такой выход, да? Огонь? Мне нравится. Так, вот срач, вот это плохо. Срач, это вот этот вид, вот этот дом какой-то вот развалившийся стоит. Как же... Так, пол, подожди, а что грязно у нас?
пошел пол убирать. Это я... А, я краской на это навалял. Так, о. Краску пролил. Это нехорошо. Все везде отмоем. Ой, как прям красота. Повесьте картину. Сейчас повешу. Так, давай картину. Ой. Знаешь, куда картину? Я тебе... Нет. Человек вот так вот стоит, да, перед кассой. Давай вот сюда повесим. А у нас пока с тобой нету. Да? Он вот так подходит, смотри, как сразу. Ну, у нас пока сзади нет с тобой прилавка никакого. Смотри, а там картина. Купить. Сейчас, подожди, мужик. Какой-то работник года получил. Тут $1000 уже, ни хрена себе. А, купить 2 стеллажа. Так. Вот, пошел. Вот оно! Поперло в гору. Так, напитки. О, блять, а я не знаю, малый мне или большой надо. А я не знаю. Погоди. 2 больших стенда. Да. А че, зачем нам маленькие эти клепать? Давай вот так. Блять, $200. А мы наторговали. Мы наторговали, можем себе позволить. И напитки, да, вот так, как вот заходишь, пошел бизнес, а? Попер в крышу, согласись? Так, а теперь только надо понять, как мне их привезут. Это раз. И второе. Погоди-ка, а что это? Я крышу туда красил? Меня что-то отвлекали. Эй. Блять. Непорядок. Непорядок, погоди. Погоди-ка. Ну это же черный, ребят. Я что, дальтоник или да? Он не черный, он такой зеленоватый. А, черный это старая крыша. Дурак неумный, я понял. Все, 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 все. Черный выцвевший это старая крыша. Там давай мне не этот, не того. Так. Ты ничего не видишь, человек занят. Стоит он там уже, возникает. Хороший человек, редиска. Так. Тихо. О! Вот теперь другое дело. Так. Проверяем. Понял, что в рюкзаке, ребят, стеллажи. Понял. Так, это получается... Что это у меня здесь? Вообще крыша не покрашена. Ай-яй-яй. Ой, мы с тобой в первый день... Какой у нас? Это второй день в игре? Да? Ну, как игровой день. А мы уже, смотри, прет. Со всех щелей прет. Сейчас полки поставим, на них воды, еды закажем. Вообще, знаешь, будет лепота. Блядь. Это лучшая игра в мире. Ой, мне очень нравится вот так вот. Она, знаешь, так успокаивает, такой. Смотри, как. Посмотри, какая красота. Ну, посмотри, как красиво, ну согласись. А? Смотри. Смотри все. Ляпота.
Сейчас с тобой стеллажи поставим. Надо будет Редбула привезти обязательно. Лучшая работа в мире. Ой, мне очень нравится. Ой, вот накоплю денег, открою себе маленькую заправочку и куплю булочную, там сделаю. А вы будете ко мне приезжать. Я с вами фотографироваться потом буду. Ой, как мне вот такое вот хочется. Клиент подождет, клиент, крышу докрашиваю. Клиент, видишь, я один работаю. За 8 человек тут. Горбачусь, а он ездит тут вот с такими глазами, сам заправиться не может. Че? Поехали. Ух, ни хрена себе. Давай. Ой. Ой, ну прям заходишь, прям вот. Ой. Уровень то. Чего? А, все, топливо заканчивается. Ай-яй-яй. Вот это мне про втыкать нельзя. Соточку давайте еще. Так. Блин, надо бочку больше сделать. А как сделать? Хер его знает, как больше сделать, не знаю. Так, два стеллажа, подождите. Вот здесь вот, ребята, вот они прям напрашиваются, стеллажи, чтобы они как раз к кассовой зоне, да, подходили. А вот здесь вот, короче, вот здесь вот шест поставим. И две, короче, мулаточки, чтобы крутились. Это будет лучшая заправка в мире. Вот кто за, лайк поставьте. Сейчас прям вот сюда шест воткнем и барную стойку. Ох, блядь. Лучшая заправка, лучшая. Так. А как понять-то, куда? Вот стеллажи. Оп. Не так просто. И погоди, а как тебя... Вровень, говорит, или... Вровень, говорит. Вровень! Стык в стык, начальники. Понял, а почему нельзя к окну ставить? Чего? А! Чики-бомбони просто. Чё, родной? Топливо привез. Молодец. Давай, разгружаем. Клиент, сейчас подожди. Иду. Я за всем успею. Спасибо за реакции, смешные видео. Спасибо вам, ребят, за то, что смотрите. Вы сами видите, я в последнее время очень много всего стараюсь сделать. И теперь по два ролика на канале Hard Games выходит с прохождением игр. Параллельно стримы делаем. Короче, еще сейчас постараюсь по два ролика выкладывать на канале Hard Play. Во вторник еще один фан-стрим. Кстати, надо его запланировать. Ой, мне нравится. Не то. Не знаю пока. Сотник, пока задний точно. Так. Может, тракторок завести, все-таки убрать вот этот песок или не надо? Так, что хотят? Купить дополнительное паркоместо? О! Это что такое? Это да ладно?
единственная пригодная парковка в данный момент, она бесплатна, ваш дядя полностью за нее заплатил, однако вам придется очистить ее от песка. Я ж тебе говорил, блять, надо вывозить какахи все. Говорил же. А ты мне что? Нет, нет, сейчас заправляем мужика и вывезем все вот отсюда. Это сейчас парковки будут, еще парковка будет платная. У нас все платно. Для своих скидок. Ну чё? Так. Подожди, а куда я трактор-то дел? Чё это мне с полками? Полки мне не понравились, как я поставил, ребят. Надо что-то с полками сделать, что-то не то. Не как-то не в кайф они стоят, не под фэншуй, они еще зараза разные. А куда песок-то высыпать? У меня полный ковш. Что-то я с трактором вообще не дружу. Я знаю, бро. Отвечал на этот вопрос. Погоди, где-то должна быть какая-то хрень, куда все это высыпать. А, вот, наверное, нет? А, вон, да-да-да, вот он. Во! Так. Наверное, вот сюда, да? Спасибо. Нашел. Бегу, 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 мой хороший, бегу. Ой, какая женщина. К нам приезжайте почаще. Я просто... Ну и дура. Пошел, посмотрелся. Попалям, попалям. Попробуй отгадай. Тоже предлагаю сразу все эти кучи вывести, чтобы по 150 раз не возвращаться к одному и тому же. Правильно? Согласись? Я и хотел так, пистолетиком быстро поводить по губам, а она что-то... А если яма заполнится? Так, побежал. Ой, слушай, это мы с тобой и трактористы, и прям вот как вот, вот мужики, вот понимаешь, вот не то, что вот эти вот стримеры сидят, гиги, гага, да? Как дурачки сидят, все что-то. Это вот эти вот свои, эти, как, все смешно им, весело, да? А вот смотри, работаем ведь руками. И, ребят, мне вообще не западло, даже дом там посуду помыть, еще что-нибудь. Я правда молодец в этом плане. Полы там помыть, я очень хозяйственный, я люблю, когда порядок, не люблю, когда срач. Да ёпт, на shift ускорение, все, отстаньте, дайте выкинуть. Блин, надо какого-нибудь помощника.
Я просто когда занят, я 10 дел сложно делать. Так, погоди, нет. Надо канистру достать. Погоди. О. Слушай, ну жрет он, как у Чапаева самолет, трактор на самом деле. Вот хочу заметить. Очень много. Охлаждаю, я через shift не катаюсь, я очень редко катаюсь. Так. Золото, а не мужчин, не говори. Честное слово говорю, я люблю, когда порядочек, все, посуда чистенькая везде стоит. Потом раз, сел, самому приятно. Смотришь, хорошо же. Спасибо. Охлаждаю, как охлаждать-то, подожди. Эва, ну чё, Михалыч, так, подожди. Иду, моя хорошая, иду. Все-все-все, понял. Сейчас разберемся. С тобой молодцы, смотри, какие. Шарим. Весь песок, смотри, смотри, он убывает ведь. Мне такое нравится. Так, менты по-любому к нам едут. Нет? Давай, 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 родной. Сейчас довезем все. Потом не возвращаться к этим кучам. Смотри их еще сколько. Но мы сейчас вот здесь с тобой площадку хотя бы, да, расчистим. Слушайте, но трактор я заправляю, хочу заметить, за свой счет. Трактор я заправляю за свой счет. А это что значит? Правильно. То, что это потеря чего? Бабосиков. Не, а куда без этого? С другой стороны, да? Вот он, сука! Стой, дурак! Уйди нахуй! Блять. Блядь, чем бы в тебя пиздануть, а? Уйди, блядь! Пакость, блядь. Сейчас я тебе пизды дам, блядь. Дай ему. Метелкой можно ему? У, сука. Где этот хуй? На, лови аптечку! На, ёпта! Школьник, да? На нахер! Блять! Я тебе порисую, сука! Извините. Что-то вырвался. Блять, надо посмотреть, где он нарисовал. Пакость, блядь. Она смотрит с моих тиктоков. Рисует потом. Вот, пожалуйста, блядь. Утка, да, сука? А мне кажется, это не утка. Блядь, сейчас я специально для него ящик с цементом приготовлю. Я ему, блядь, потом на голову одену эту херню. Во-во-во-во-во. Сейчас я, сейчас. Смотри, дурак неумный, а. Вот идиот. Сам. Какая членоутка получается.
На нашей заправочке рисует. Я тебе... Блять, патроны разложу, я тебе устрою. Сейчас, сейчас. Дай-ка тележку, блять. Я ему тележкой... Это что такое? Какой-то хуёвый утёнок, извините меня. За мат, но... факт остаётся фактом. Сходите, гости дорогие, давайте. Так вот, раз, раз. Здесь не наследил нигде. Ой, как у нас с тобой все красиво, мне все очень нравится. Так, купите дополнительное паркоместо. Так, давай купим, давай. Давай купим. О. Эть. Так. Пойдем посмотрим. Интересно. А, это теперь вот здесь парковочка. Смотри, смотри, они теперь здесь захотят отдохнуть или в магазин зайти. Здесь будет парковочка. Так, давайте сейчас отпустим вот этого дядю. Бля, надо вот с этим вот что-то делать. Порядок вообще. Дональд Дик какой-то получается. Так, пойдемте, дядя звонит. Алло! Это телевидение? Привет, вижу, дела идут хорошо. Я знаю, что поздравить тебя с успешным началом работы. А, я звоню, чтобы поздравить тебя с началом успешной работы, но ты не можешь вести бизнес только на топливе. Мои люди привезли дополнительные товары на твои пустые полки. Пора поговорить о деньгах. Теперь ты мне должен. Понял, нет? Прости, племянник, но в этом мире нет места для благотворительности. Верни мне долг. Вот оно, блядь. Вот оно, сука. А я знал, что ничего не бывает просто так в этой жизни. Тут либо... Ладно. Ой. Чё это мне не нравится, ребят? И, блядь, не нравится, как стоит все. Не понял. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Подписчица пришла. Так, тихо. Проходите, пожалуйста. У нас вот здесь вот... Что-то там... Пепси-кола. Оп. Так. Что надо? Кассовый аппарат. Используйте лишь для перемещения ремня. Удержите. Ага. Это я как в магазин теперь в пятерочке, что ли? Ай, ну давай. Свободная касса, блядь. Давай, чего надо-то? Чего? Ну клади. Чего? Так, кто застрет ленту, получит в изоленту. Пойму, что надо. Клиенту кассы чего? Обслужите, как? Фу, блядь. Продукты, так продуктов-то нет, не тренды. А-а-а! Так. Свободная касса! Ёпта, да я прирожден к этому дерьму. Не шутя ты, мать, купила. Вот это я понимаю. Вот это достойно. Жопа не треснет, нет, бери больше, бери, я не против.
Так. Спасибо! Спасибо. Эту ленту бы протереть. Надо как-то кредит закрыть. Ёпта, 5000 долларов. Ты где же мне закрыть-то? Так. Оплатите. У меня нет столько. Ой. Ребят, ну это я чисто физически не успею столько закрыть. Ну вы шо это? Это я чисто физически, ребят, не успею столько. 5000 долларов за 2 минуты. И у меня нет столько денег. Это, ребят, так не работает. Как я ему столько выплачу? Ну нет столько. Как? Хуя он крохобор? Дай мне, говорит, 5000 долларов. Ну где мне взять-то их? Ну что там? Для формального подсчета, в общем, нам нужно где-то 3200 долларов, которые еще не выплачены. Ну где же мне, ну где мне столько и выкакать-то? Вот. Так, подожди. Так, Наташа! Подожди, как помыть-то еще раз дорожку? Ремень. А, во. Так. $8. Так. Набирай, мой хороший. Давай, мой дорогой. Попкорн, во. Настоящий полицейский. Хорошо, он набрал. Ёпта. На весь отдел, что ли, набрал? $37, нифига. Ля-ля-ля-ля-ля. Народ попёр. Так, сейчас топливо закажем. Топливо. Ставка. Топливо. За тышечку. Блядь, недостаточно. Ай. Сейчас давай вот этого обслужим, как раз хватит. Так. 154 доляра. Ставка топлива. В смысле? А как выбрать? А, от 100 только, блядь. Потерь. А что делать с этим? Hey, punk! Where's our goddamn money? Ты чё, быдло, блядь? Не понял. Ты чё, конченый, что ли?
Началось, ёпта. Это точно нет, не в России происходят дела. Минус челюха просто отлетела. Спасибо, ребят, за лайкосы. Вот он, ёпта, Аль Капоне, блядь, нашего времени. На с локтя сразу! Блядь, я... Сука, красишь, приезжает, блядь. Хлуёбы тут стоят, тут с сигаретами со своими. Ещё брось меня здесь! Так, надо охрану нанимать. Звоните братьям-дагестанцам. Всё. Всё, сейчас я им устрою. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Поцелуй мою залупу. Вот Глэк, а. Да там невозможно было $5000 отдать. Вы что, охерели? Как? Наверное, по сюжету так надо. Hey, nephew. Back on your feet. Привет, племянник. Снова на ногах. Надеюсь, твоя голова больше не кружится. Да, конечно. Спасибо, что взял трапку. Нам нужно поговорить. Произошла ошибка, серьезная ошибка. Вы можете быть спокойны, зная, что я позабочусь о том, чтобы ответственные лица типа понесли должно. Возмездие. Да это ты меня и заказал! Срок вашего инвестиционного кредита был слишком коротким для такой суммы. Вот именно! Это просто плохой бизнес. Да нормально это бизнес, суки! Не кошмарьте, черти! Я тут, блядь, старать натопали, ёпта, приехали мне. Пиздов еще вернули. Что вы за народ за такой, а? Ходи со шваброй, как, блядь, в ебенище промеж рогов. Ходишь здесь, пылинки сдуваешь, что какой-то мудак на стенах нарисует, то по морде дали ни за что. Да что ж такое, а? Симулятор, ёпта, российской заправки, 100%. Чмо какое-то еще на земле написало тут. У, сука. Надо винтовку в амбаре взять, реально, промеж сразу и все. Так, выполните задание, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. А какие задания-то? Я... Уровень топлива низкий. Ты подождите с декорациями. Поставка топлива сразу 200. Поехали, идет процесс. Что нужно? Декорации снаружи. Не шутя, подожди. Подождите, сейчас еще в ментовку заберу. Давай заправим лучше его, а? Что здесь надо сделать, я не понимаю. Все, выйти можно, нет? В смысле? Алло! Алло! Все? Все, блядь. Все? Декорации сначала. Какие декорации-то, дядь? Вести стол, да у меня ничего не кликается теперь. Во! Я не знаю, каким-то макаром, короче, попал на кассу. Блин, кассир нужен просто экстренно. О, все, отлагало. Сейчас, родной, оп. Идет процесс. Короче, с парковки они как раз все туда идут. Что это такое? Не понял. Ну окей. Так, ну топливо здесь точно сливается. Так. О! О, добро. Так, просто так по заправке не слоняемся. Подожди, декорации снаружи. Так.
Мне что-то выбрать или что? Что нужно? А, типа вот так вот это работает. Допустим. Пока могу себе позволить. 360. Вообще запросто. Согласись? Ты видел, нет? Это красота. Во! Второй левел АЗС. Оп. И что нам это дало? Не-не, декор нужен, чтоб люди шли тоже. Ну что же у нас? Голое здание. Наконец-то этот срач, блядь, нужно убрать. Нахер мне контейнер? Когда можно взять и... Я прям мастер на все руки. Awesome. Так бывший тут не надо. Ну что, идем, нет? Или что, титьки мять будем? В смысле, клиент указ. Где? Отдай часы. Пойди. Сегодня отмечался праздник День Отца в России. Я просто еще дома не был. Спасибо, ребят. Спасибо за спонсорки. Рагнарок, спасибо тоже огромное. Найдите способ проникнуть на склад. Вопрос. Склад — это, конечно, все хорошо, но нам бы контейнер на самом деле вывести с тобой, да? Туры разбиты. Давай широкую на широкую.
теперь точно знаю, куда мы сейчас. Сейчас. Точно знаю, как этот поставить. Спасибо, Верт, не сейчас только. Окей, брат. Напиши в комментариях под Horizon, я же смотрю их. Но спасибо. Спасибо. Так, иду. Надо подумать, как на склад проникнуть. Это вот вопрос. Так, тачка с мусором, давай. А стол кто забирать будет, блядь? Я тут как белка в колесе, слышь? Покрасить надо. О-о-о-о! Цвета новые открылись. Так, пока подожди, пока вот в этот мазюкаем. Блин. Сейчас потом разом все здание перекрасим. Сейчас, я видел, ребят, ключи, сейчас, я уже понял. Они вон подсвечиваются сейчас. Сразу стену в порядок приведем. Слушайте, ну очень крутая заправка, блин, получилась. Мне очень нравится. Прям какая-то фэн-шуй какой-то. Так. Эти. Да, кстати. Подожди, а где еще нафаршмачил? А, склад типа добавился, да? А, во. Ходят тут, топают. Не, ну ладно, а что они бабосики, да, несут? Ну-ка. Так, ты пока выбирай. Мы пока быстро пистолет засадим. Так, я пошел на склад пока. Чуть подожди. Ворота склада закрыты, иначе вас кто-то может обокрасть. Я даже знаю, кто. Этот кто-то. Подожди. Уберите стога сена. Кассы стоят, пингвины. Сейчас успеем. Стоят. Все, очередь, ёб ты мать. На секунду отойдешь. Все уже. Блин, пипец дел твой. Ты просто, это атас какой-то.
Я хочу сказать, что лавандосики идут. У нас очень с вами успешная заправка. Пусть воры мусор украдут. Это, кстати, вообще 300 IQ мув. Если воры мусор будут красть, это же вообще гениально. Блин, что-то помалу все берут. Одному доллару вообще ни о чем. Так, погнали сено убирать. Просто нахрен куда-нибудь. Последний. Так. А чуть. Установите склад в главной вкладке ПК, окей. Так, клиент на топливо. Вижу, 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 иду, родной. Good job. Так. Восстанавливаем склад. Ух, нифига себе склад! Круто. Тарантул, спасибо огромное, благодарю за контент, всем приятного, отличного настроения. Ребят, спасибо вам, блин, огромное. Я не знаю, что с вами в последнее время происходит, вы меня просто бешено поддерживаете. Это очень круто, ребят, спасибо, кто летсплей смотрит тоже. Куча игр сейчас записываю, чтобы вам не было скучно, и я вообще получаю дикое удовольствие. Хоть пока просмотры не сильно большие, но вообще пох. Будем дальше двигаться. А, товары надо закупить. А что это зелененькое, красненькое? Что это за приколы? Желтенькая средняя, это, короче, это еще подешевле, что можно урвать, ты понял? Слышь, ни хрена себе, да это же просто, это атас, это мозг взорвется здесь. Я думаю, что это они не покупают? Я тут же все предельно вообще понятно. А нечего покупать, они все с полок позабирали. Садомиты. Я все понял. Чё, сканер? Сканер тоже надо протирать? Чё, прикол, что ли, такой местный? Wow, super. Что-то они не везде еще стоят, что ли, могут?
Не, блин, они прям вот здесь вот, они прям вот-вот-вот. Где-то вот в этой зоне они прям должны стоять. О! Раз, все пиликает, все. Все у нас, все хорошо, все. Так, закажите продуктов. Только прежде чем заказать, мы сейчас с тобой возьмем. Поставим полки. Она как летаешь и встала? А нет. Шо ж... Так, поехали, доставка товара. Так, что у нас есть по алкоголь, алкоголька, надо алкоголя. Шо, пиван Деппола есть сразу? Чешо. О! Вот это нам с тобой надо. Так, сигареточки пошли. Чем дороже берем, тем лучше. А что по деньгам? Сколько это будет стоить? Где написано? Никто не знает. Ага, мороженое куда привезут? Морозильника нет, стой. Мороженое-то куда привезут? Погоди. Так, тормозим. Сейчас. Подождите, доставка. Товары. Он мне показывает именно первого уровня, да? Спасибо, ежик. Пока не планирую, нет времени. Стеллажи нужны под алкашку и сиги отдельные. Сейчас еще гонишь. Это типа серьезно? Алкоголь, конечно, в первую очередь. С алкашкой вообще должен быть здоровый стеллаж. Ёпта. Вот. Сейчас бизнес пойдет. Офигеть, вообще просто для всего свой стеллаж. Слушайте, ну ключи на самом деле, вот здесь тут типа, ну они не особо нужны. Полка для ключей, ну то есть такое. Ноги, ёпта, вытирай, быдло! Натопало здесь. Смотри. Извозюкает все в каловых массах. Мне потом вытирать. Чуть перелил. Что страшно. Так, новое письмо. Кредит понятно. Обновление понятно. Открытие, закрытие АЗС. Склад и поставки. В прошлый раз добавил для тебя товар. Теперь сам выбираешь что. Конечно, выбираю. Значит так, чтобы у нас полки не пустовали. У нас есть еда, у нас есть вода и алкоголь. Поехали. При этом есть 225 монет всего. Это очень мало.
Интересно, а сколько это? Это и в ящиках исчитывается? Или нет? Ну вот это ящик же, а, X35. Ну конечно, что подороже, давай возьмем. Давай, знаешь, как сделаем? Не-не-не. Давай в этот раз возьмем вот так вот, раз. Да? Правильно? Это, наверное, купить. Ага, вижу. А, для этого склад и сделали мне. Ну, конечно же. Склад закрыл, а мне там нечего брать. А вот сейчас надо будет уже закрывать идти. Так, надо чипсоидов, да? Принглс, наверное. Два. $91. Алкашечки можно прям... Вот на алкашку надо прям упор сделать. Но, видишь, алкашки дорогой нет. Давай вот так вот возьмем. Вот так вот возьмем. По идее, чем больше разнообразия товара, чем больше, тем лучше. Заказ. А вот теперь, блядь, теперь надо все бросать и идти закрывать склад. Потому что если сейчас у меня этот школьник со склада что-нибудь упрет, тогда аннигиляция не заставит себя долго ждать. Так, ну грузовик едет. Что-то так у нас прям пошел процесс. Так, топливо вижу, сейчас иду. Это же, блин, на чат отвлечься не могу. Это же, что это такое? Что началось-то здесь? Так, машина, вижу, на склад едет. Вот она топал в этом. Успею еще здесь две стены покрасить. Доставка, ворота склада. Сейчас, мужики, иду. Две секунды, чтобы потом не возвращаться. Движ пошел, ребят, сорян, не могу, блин, отвлечься. Прям реально движ пошел. Ляпаю здесь он. Сейчас еще два этих. Косяк надо не забыть покрасить. Сейчас иду, братцы. Оно где-то что-то насрано, я не понимаю, где и что. А, это тоже считается за мусор. Так. Че, угораешь? Серьезно? Блять, серьезно? Я думал каждую коробку разгружать. У меня сейчас чуть глаз начал дергаться. Подожди. На... Что это за шляпа? Нахрен вот это здесь стоит? Я понял. До свидос. А все. Мусор полный. Иду. Контейнер надо чисто. Подожди. Со склада попал. Шубу, спасибо за 15 евро. Попал. Что? Это серьезно?
там к полке надо подойти. Все-все-все, вкурил. Надо расширять ассортимент, чтобы они больше брали товара. Если я буду расширять ассортимент, они будут больше брать разного товара, соответственно, больше тратить денег. Пошел процесс. Это реально кайф. Это реально кайф. Мне кажется, сейчас с бензином что-то будет. Бенз не бесконечный. Короче, блять, я понял, что надо делать. Все вкладываем в товар. Короче, всю херню, вообще все вкладываем в товар. Короче, все вкладываем в товар. Стопудово. Это гениальный 300 IQ move. Почему? Потому что. И брать надо дорогие вещи. Сначала дорогие, короче, оборотка вся должна быть в товаре. Почему толкан закрыт? Странно это. Сейчас, ребята, я здесь не знаю, блять, за что браться. Они все он возникают сразу. Чуть что. Это просто жесть. Я просто на секунду не могу из магазина выйти. А сканер, интересно, как прочищать так же? Сука, вы гоните? Так. Топлива мало осталось. Побойсиков нет. Понял. Самое главное не пропускать этот. Самое главное не пропускать всю эту тему. Я вижу, ты усердно работаешь над тем, чтобы твоя станция снова работала, парень. Хорошо, хорошо. Я бы не хотел, чтобы было иначе. Я просто хотел напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес и хочет видеть твое процветание. Но мое одобрение — это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить. Это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, не знаю, о каком обмане речь. Популярность теперь мы можем набирать. Собирайте положительные отзывы клиентов, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Повышать популярность, увеличить трафик вокруг вашей станции, что увеличит количество клиентов. Я сейчас, блядь, сознание тут потеряю. Потому что, ну... Здравствуйте! Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Мы никогда не заставляем ждать наших клиентов. Здравствуйте, товарищ полицейский. Прекрасно выглядите. Пожалуйста, чипсики.
7% уже набрали. Товарищ полицейский-то, здравия желаю. Как говорится, милости прошу к нашему. Не то. Это я не про то. Всяк не покрашен. Сам Педим Санция придет, увидит страж здесь. Нас точно закроют с вами. Где маска? Маска, где, блядь? Дал чапалах. Здание все в идеале. Пока дурачок не прибежал и не насрал, все хорошо. Товарищ полицейский. Я смотрю, всем участкам, да, сегодня? Ага! Сука, блядь! Ты чё? Тебе пиздец мелкий! Ну, сука, неси ружье, блядь. Хуй с ним, отсидим несколько лет. Блядь, надо ему, надо сделать ход конем. Точно надо ему насрать под дверь. Я понял, что надо делать. Надо ему насрать под дверь. Чтоб когда он выходил, в каловой массы моей вляпался. Все, я понял. Блядь, будем бить врага его же оружием. Гениально. Просто гениально, я считаю. Как он мне заебал этих гусей рисовать, а? Вот купи себе гуся, еби ему голову. Чё ты ко мне пристал? Где он еще что нарисовал? А я его спугнул, что ли, да? Хадость, блядь. Слушай, вроде везде все чисто. А, у витрины натопали, я понял. Так. Купи унитаз, ёб твою мать, унитаз, унитаз, это вообще золотое дно. Унитаз, унитаз, блядь. Где, 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 подожди, унитаз. Сколько? Ты подожди с парковочным местом, унитаз мне нужен. Подожди, в смысле? Туалет, $50, блядь, туалет. Ну надо, чё, нас рут под дверью. Что ж теперь сделаешь? Надо? Ой, гадости, а. Ух, ёпта! Хера себе пожилая ракета. А, сейчас бы говно этим отмывать. Сейчас иду. Вовремя. Так, уже 4 товара берут, это хорошо. Сейчас в топливо надо срочно вложиться. Чё? Ты чё, мудак очкастый? А? В смысле? Я ж всё нормально сделал.
Блять, точно, надо теперь говно отложить. Мелкого кидать. Вот, умница, пиван Деппола взяла. Вот. Сразу видно, нормальный человек. А-а-а, чем больше этого будет, я понял всю суть. Хорошо. Тут другое дело. Где тут еще натоплит? О. Так, ну что, мы совсем справились с тобой? Ёпта. Так, теперь надо вложиться во что? Во что надо вложиться? Чего у нас мало? У нас с тобой есть чипсы. Очень мало еды. Люди любят пожрать. А, доставка. Товары. Закуски. Давай-ка мы с тобой возьмем. Попкорн, я помню, да, у меня брали? У меня бабок нет на попкорн. А вот такие мы возьмем штуки. Так, соляра приехала. Знаешь, что еще? Сиги. Сиги нужны точно. 100%. Так, лайкосик. 33% уже. Четко, четко. Так, нам нужны сиги. Точно. Сиги, сиги. Это вообще must have. Так, там машина тоже едет. Лев Зюзин, спасибо, ребят. Блин, братцы, спасибо вам за подписки. Ребят, у меня очень большая просьба. Все, кто подписывается на наш канал, не забывайте на телегу подписываться тоже. Вот наш телеграм, там ни рекламы, ничего я не делаю. И инстаграм. Вот, тоже подписывайтесь и ставьте пальчик вверх на канале. И просто всем огромное-огромное спасибо. Вы красавчики. Спасибо за такую поддержку. Бля, вы, ну, просто забейте. Мне даже слов нет. Последнее время вы просто... Там с ВАЗДом, короче, блять, вообще я не знаю, что дальше будет. Потому что там что-то конкретно вчера вы сломали. 7 тоже что-то 500 онлайна. Я охренел. Сиги, блин, очень много этот нужно. Так, побежали на склад. На Сиги, ребят, очень много надо... На Сиги очень много нужно этот. Под них этот будет очень много. Стоить. Так, это мы привезли с тобой кого? Еду, да? Еду ж, да, привезли? Еду. Так, подходим к еде. Оп. Так. И вот так вот теперь можно следить. Знаешь, в чем кайф? У каждой полки свое название. Еда, просто напитки. Этот подошел, помониторил, что есть, какого вида. И дальше погнал. Так, 47% уже, если что, у станции у нас. С денежками проблемно, блин. Проблемно. Так, почта. Не, ну это понятно, что типа меня клиенты оценивают, если ты их быстро обслуживаешь, там и так далее, там подобное. Я смотрю, мы с тобой все успели. Все четенько. Дядя Леш, как вам в роли заправщика в целом игра? Блин, мне нравится.
Мне нравится Сабин. Она очень чильная. Я не знаю, как аудитория. На минуточку, откройте чат. Давайте спросим вообще всех. Купляша, спасибо огромное за уже второй месяц подписки. Спасибо, родной. Спасибо, ребят, за спонсировать, кто кнопочку жмет. От души. Рекламы нет, поэтому решили мы с вами вот так вот. Реклама крайне редко она бывает. Крайне. Ножки вытираем. Топ. Блин, мне тоже понравился. А знаешь, что интересно? А как смотреть, что на полках у меня есть? Вот, допустим, смотри, вот я на полке вот могу посмотреть. Вот, допустим, еда. Как посмотреть, что на полках конкретно лежит? Вот? Или вот как? Вот смотри, я хочу, допустим, доставку. Как мне узнать, есть ли у меня уже такой товар? Как это узнать? Никак. А все. Никак ты не узнаешь. О! 6 товаров сразу берет. Сейчас на кассе очень поднимется оборотка на кассе. Я почему-то прям уверен в этом. I was worried we'd be stranded. Илюх, спасибо. Юпта минус чат за БС игра. Спасибо, ребят, не забудьте подписаться. Я говорю, я в телеге все кидаю. Когда, чего, какой стрим, начало. Ютаб, вы сами знаете, ни хрена не присылает. That's it. Ой, блин, опять мискликнул. Третий раз мискликаю. Куча. Там кнопка одна левая, вторая правая. Хрен разберешь. Так, в туалете. Вроде особо не засрали. Это, короче, только на вид, да, вот так вот понимать теперь, где что? Ребята, а я вот эту полку совсем не вижу. А, нет, если близко подойти, видно. Здесь, короче, фиолетовенько и этот. Блин, с алкоголем тяжело, она прям в темном месте стоит. Ребят, давайте полку переставлю. Я ее не видно ни хрена. Я понимаю, что, ну, не под фэншуй, но она там в темноте, хрен разберешь, какой там товар стоит. А что она выеживается-то? Во! Вот теперь все видно. Надо бы, да, освещенице поддать. Когда все одно за другое, да, цепляется? Одно, второе. Раз, третье. Спасибо за лайкос. Спасибо, мужик. Так, а где у нас наш трактор? Да, успею я, не успею. Не успею. Сейчас главное, 60% уже набили с вами. Видите, пальчиком вверху. Так, иду. Прям дядя. От души. Знаете, с чем проблема? Нужно резервуар, саму цистерну. У нас всего на 200 литров. У нас маленькая совсем заправочка. Нам нужно вот этот бак больше. Как его расширить? Я уверен, что это только тоже с этой, когда станция больше будет. Лёх, как в закрытую телегу попасть, куда писать? А от подписки, скорее всего, сейчас от второго левела подписки, который за 250 рябчиков или за 500, не знаю, мы пока не решили. Короче, будем всех подряд приглашать, но там только 18+, ребят, сразу говорю.
Там очень, ну, много девушек сидит, очень много. Там с инсты подписчицы и так далее. Люди знакомятся, общаются, там мега ламповая атмосфера. И, ну, там это очень, очень строгие правила, то есть в плане культуры общения и всего остального. Видите, в чем... В чем минус? В том, что у нас приезжают, но, к сожалению... Не... Слушай, а сколько второе место стоит? Нет, это Вархаус. А где это? Не помните? Сейчас восстановите. Блин, а где же эта хрень покупалась? А, вот. О, машина место. $400, Карл. Так, здрасте. 9 товаров. Дядя, ты просто, ты, я не знаю, ты космос, ты секс. Качи сейчас, брат. Ой-ой-ой, спасибо, Нарек, Хауди, Лимончик, Фокси, спасибо за сапки, ребят, добро пожаловать. Все, кто первый месяц, тоже welcome. Спасибо. Фига ты набрал. Слушай, менты, да, по сколько берут? Прям очень по много. И причем дорогие, по $35. Нифига себе заказ. У меня не заправляются настолько люди. Поставь вторую колонку, дядь. Ты подожди сейчас. Ну, ты видишь, деньги-то они не резиновые. Хотя... А почему нет? А ну-ка. Подожди-ка. Хрен ли нет? Подожди-ка. Мы сейчас кредитнемся. Мы сейчас сделаем там. Спасибо, ребят. Привет, недавно приехал с горячей точки в нудные ночи, сидел, тебя смотрел. Спасибо, брат. Спасибо. Рад, что жив-здоров, домой вернулся, ребят. Смотрите аккуратно. Спасибо. Я рад, что, блин, мне иногда такие люди пишут, и я вижу по профилям, там пипец. Лишний раз просто убеждаюсь, то, что все мы люди. И неважно, где ваша там работа. Важно, что вы здесь отдыхаете, чилите, смотрите и максимально отвлекаетесь от всякого геморроя, который, блин, в жизни творится. Все. Ребята, не топаем, не топаем. Откуда-нибудь коврик постелить? Дырочек мой заправить. Так. Так. Оп, видишь, как я парю позже по таймингам. Уже чувствуешь. Так, 70 литров у меня осталось на заправке. Спасибо, Сабин. Спасибо. Я, кстати, когда вижу, тоже... Спасибо. Подожди-ка. Это я еще раз битую тачку видел. Ну чё началось-то, ёпта? Ну ладно, вот ты посмотри, а.
Две секунды, вот он, все, все. Уже идет, мне дизлайки ставит. Потау, блин. Блять, доли секунды, все. Все, трагедия. Бегу. Бегу, мой хороший, бегу. Вторую парковку. Освободил место. Сейчас магазин будет разлетаться, блядь. Просто как часы. Have a nice day. Чего? 19 минут до того, кредит надо отдать. Что? Почините машину. Это ремонтная мастерская? Давай оборудование купим. Блять, как мы отдавать будем? Нам опять по морде дадут, сука. Нам опять пиздов выпишут. Блять, сигарета нужна. Все, осталось мороженое. А что делать? Как говорится, бизнес есть бизнес. Этот может сейчас. О, ребята берут сразу пиван Депола. Сразу видно, ребята на работе. Ассортимент, ассортимент. Надо, блять, расширять. Ассортимент расширим. Все будет в шоколаде. Убери. А я не знаю, как сокон это убирать. Понимаешь, оно, блядь, оно не убирается. Я не могу вот здесь, ребят, окна открыть. А подожди, а где мастерская теперь? А, вот мастерская. Так. Так. Дождитесь, пока клиент покинет автомобиль. Нажмите кнопку на подъемнике, чтобы... Ой, блядь. Используйте свои навыки, чтобы увидеть, какие области требуют вашего внимания, прежде чем приступить к ремонту, убедитесь, что достаточно запчастей, нужны инструменты. Как это все возможно успеть? Что надо-то хоть? Что надо? Нужно колесо. Там топливо. Нам всем пизда. Топливо. А как кредит отдавать? Блядь, плюс коллектор. Все, да. Все, опять начинается.
was worried we'd be stranded. Да-да-да-да-да, Никит, да. Завоз почти подъехал. Завоз. Это невозможно все, просто невозможно все успеть. Даже если ты очень сильно захочешь. Минут, кстати, за 14 минут и может что-то получиться. Значит так, как понять, что здесь проблемно? Я просто вот этого не пойму. Что здесь нужно, блять, подождите. Прежде чем все это убедить, что у вас достаточно запчастей, пополните запас запчастей, происходит точно так же. Заказ нового товара используется доставка. Да ну нахер. Вы сейчас серьезно? Вы сейчас серьезно? Средство от царапин. А, что? Что, блядь? Лесо спустило. В смысле? Там сразу видно, что под замену нужно. Вы что, не видите, девушка стоит? Тут сразу понятно, ну, что тут замена неизбежна, ребят. Точно. Здесь никак, ребят, без замены. Красный ящик мастерской со смазкой. Наверное, вот это. Охренеть. Средство от царапин, наверное. Нет, братцы, это вы не то мне говорите. Вообще зеркала. Да я не шарю, ёпта, ну я чё, блядь, механик, что ли? Ёбаный насос. Ребят, вы тоже, ну я откуда знаю, но я не механик, ёпта. Погодите, блядь. Используйте свои навыки по умолчанию Shift, чтобы увидеть, какие области требуют вашего внимания, блядь. Shift. Как здесь, блядь, понять? То, что красным, что ли, типа, горит? Средство от царапин. Ну, это же вот оно. Или... Вот так, что ли? Не понимаю. Вот они прям показывают, типа.
Я нихуя не понимаю, что это за дерьмо. Мне так чисто поржать, а заправлять кто тачки будет в этот момент? Ну так просто чисто для себя. Все, я понял, как это работает. Все. Собрался. И одному кажется, что люди заправляться перестали. Солярка вроде есть. Ребят, не надо фейспалм, мы зачем здесь делать? Я же, ну, первый раз играю, я же не смотрю ни спойлера, ничего. Кто смотрит людей, кто, ну, там, мастер, там, все дела. Я же не шарю, ребят. Вместе разберемся. Сколько монет, блять? 290 монет? Have a nice day. Да хер бы с ней с кассы. Открываем свою автомастерскую. У меня все получится, конечно, по-другому никак. Закрываем кассу, открываем мастерскую. Так, 8 минут. Блин, я на чуть-чуть, наверное, не успею. А, ну 290, я понял. Надо не забывать, что еще закупаться надо. Вода закончилась. Блядь. Бля, глаз начал дергаться. Там много, колес много. Привет, коллекторам, здравствуйте. Надо сразу порепетировать. Здравствуйте, я просто уже по морде получил. Я отдам завтра. Блять, завтра опять привет. Нас просто изничтожат. Просто жопа будет. Всем будет жопа. Спасибо, дядя. Алекс, я все скажу, брат, сейчас. Гачи, пока не могу, дядь. Подожди одну секунду. Ты видишь, я если сейчас отвлекусь, тут все раком станет. Тут просто доли секунды достаточно отвлечься. Сейчас я все отвечу на любые вопросы. Все донаты прочитаю. Просто чуть-чуть терпения. Бля, мы для сигарет же докупили еще с тобой. Вот лоток простаивает. Вот этого категорически нельзя допускать. Great.
Дальше. Так, вот это на 5 набрала. Вот смотри, вот 5, да, вот она взяла. Но по бабкам это копейки выйдет. Просто копейки. Топливо вот хорошо выходит на самом деле. Очень хорошо. До склада очень бежать, конечно, далеко. Давай, родной. Там еще, наверное, в мастерской кто-то, да, стоит? Нет, мастерская — это вообще золотое дно. Вот за мастерской надо очень внимательно смотреть. Блин, а где же мне еще один шкаф-то найти? Хотя это просто же коробки, правильно? Тачка в мастерскую заезжай. Обслуживаем кассу и в мастерской берем. Через 3 минуты мне приедут по морде давать опять. Это очень грустно. Так, все, просто копим бабки. Сколько успеем, столько накопим. Здравствуйте. Я один не вижу, что случилось. У меня ж тачка в идеале. Так, дверь. Ну, на самом деле зарабатываем немного, ребят. Если сейчас мы учтем то, что я дурак. Если мы сейчас учтем то, что эта ерунда стоит 80, а 110 нам дали за починку. Такое. Под вопросом. Плюс надо добежать, плюс надо то, сё, пятое, десятое. Nice. Вот на еду я на самом деле зря говорю. Еда вот так незаметно. Блин, очень важный ассортимент. Народ идет, ассортимента нет. В смысле, склад закрой. Склад закрыт. Еще раз кто-нибудь в туалете личинку отложит на полу. Я вам эту швабру черенком. Дальше не буду говорить. Не вздумайте даже насрать на полу. Тебя касается! Все, ребят, жить минуту осталось. Дальше будет больно. Очень больно.
Надо, знаешь, я сейчас только понял, какой минус. Надо было не спешить покупать стеллажи, а вот лучше их будет мало, но они будут заполнены. Вот что нужно было. Это было важно. 848. Все, ребят. Готовимся. Нам не привыкать. Зато косарь долларов сэкономили. Да. Да ладно, ёпта. Косарь сэкономили. Не в облом, ёпт. Подумаешь. Заодно лишний раз обновим одну из зону. Косарь, ребят, сэкономленный. Свою работу. Нам не привыкать. А популярность все равно третий левел. Зато полки все на месте. Ничего страшного. Нет. А то никому ничего не должны. Надо было эти бабки не отдавать. Выполните задание. Че? Все задания, чтобы получить возможность. А! Окей. Так, это он мне. Автомобили заправлены. 1 из 11. Иду. Тут добренько прям залился. Так, гараж. Поехали. Вы заметили, одни девочки, кстати, в гаражи заезжают? Что случилось? Да, блин, я несколько тюбиков, конечно, там просрал. Очень печально. Ну, как говорится. Сейчас все следующее в продукты. Вообще все. Смотрим, какие полки заняты, не заняты. Ну, я имею в виду продукты, напитки. По полной программе. Товаров больше нет. Товаров нет. Товаров нет. С водой у нас все очень хорошо. Я забыл, блядь, товары выставить. Дурак неумный. Так, секунду. С чем у нас плохо-то? А, мороженое. Сиги поставь. О, сиги точно надо поставить. Погоди. Вот это вот. Вот это вот спасибо.
Слушайте, Сиги, это же вообще... А, она на стену вешается. Блядь, куда ж тебя? Нет, ну ты прям вот сюда напрашиваешься. Просто прям напрашиваешься. Так, часы плавно переходят. Блядь, куда же вам? Короче. Ты что там, я не пойму, выкинул? Старый. Из дома, что ли, мусор принес? Так, на стенах нам там ничего не написали. Помногу они как заливать начали. Вообще прям мне это очень нравится. Прям процесс пошел. Так, мороженое и сиги, да? Мороженое и сиги. Ребят, напоминайте мне, у меня сейчас мозг скипит. Мороженое и сиги. Это же интересно, вот сколько можно уконтролить в этой игре? Ну, сколько вот можно... Видишь, у них сразу чек гораздо больше становится. 9 товаров чувак сейчас взял. $25 сразу, схода. Как вы думаете, на каком моменте? Блин, 10 тысяч лайков почти, ребята, спасибо. Если ждете эту игру, плюсаните в комментариях, наспамьте там. Понял, а где? Не было же ничего на ленте вроде. Блять, сам себя заправлять. Ну нет сигарет, нет. Подожди, блять, 2 секунды. Оплакался весь. Спасибо, и вам тоже. Что мне реально интересно, до чего может вот это вот дойти? Смотри, бабки пошли прям, просто реально пошли. Так, быстрее доставка, товары, пока есть деньги. Сигареты. То же самое. Раз, два, три, четыре, пять. Давай прям в сигареты как следует бабок всадим, да? Но они свое окупят на самом деле, сигареты, я думаю. Я почему-то вот прям уверен. А мороженое... Раз, два, три, четыре. Блять, наверное, не хватит у меня денег. Нет. А, нельзя две заказать. Конечно, одни девочки заезжают, хозяин заправки нет. Ну, нет. Секс фиксируется. Тут как бы понятно. Самый лучший канал, кста. Мне даже чаевые дают. Так, машину надо встретить, 80. Сейчас незаметно как пойдет, пойдет процесс. А мы, ребят, все помаленьку будем. Я не буду по чуть-чуть. Будем прям, знаешь как? Смотри, посмотри, смотри, у нас процесс реально пошел. А мороженое, следующее мороженое. Так, тюбиков осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Блять, колесо. Так, поехали. А старое колесо, наверное, выбрасывать, я не знаю. Это сейчас нормально заплатит денег.
Не очень понял, ну ладно. Что-то это, наверное, будет самый большой ремонт. А тюбики подобрать еще я могу? Да ладно, смотри. Знать бы, как их назад поставить. Наверное, уже никак, ребят, наверное. В этом плане я заруинил. Как так ездил-то? Сколько денег? $260. Живем. Ох, сейчас сигаретка у нас приехала. Сейчас. Давай. Поехали. Потеем, блядь. Все? Свободен. Давай. Бля, надо кассира нанимать. Надо на кассу ставить. Я буду все вокруг делать. Срочно кассир нужен. Ты уедешь, нет? Кассир. А где кассира нанять? Третий левел. У нас уже третий левел с вами вроде. На кассе 4 человека, иду, мои хорошие, иду. А что за баны, я не пойму, в чате такие? Что произошло-то там? Мидас, немножко поспокойнее, прекрати. Здесь не сюжетная игра. Здесь можно, здесь ты немного, ну, немножко расслабь булки. Здесь не надо душить. Мы же здесь наоборот общаемся в этой игре. Это же не он, не спойлеры, ничего нет такого. Здесь наоборот, ну, пусть ребята пишут. Они просто говорят, допустим, там, надо там третьего левела дождаться. То есть, ну, не что-то глобальное. Если бы сюжет игры бы спойлерил, то это вот да. Смотри, народ попёр. Сейчас мы сделаем вам кайф. Кайфуем, пацаны. Очень помногу стали брать. Нет мороженого. Смотри, бабосики летят как. Можно сказать, гиперскорость. $3 чаевые дал. Спасибо. Блин, 3 часа уже играем. Я даже не заметил, как это вообще работает. И вы нарываетесь, я так чувствую, на еще один стрим. Не, ну это надо с вами посоветоваться. Вам не понравилось. Блин, я бы еще один стрим по ней запилил. Просто вообще, она... У меня руки... Знаешь, здесь мозг просто, он кипеть начинает. Ну это круто. Так, сигарет, море, мороженое. Поехали. Чем еще проблема? Все, еду. Еда, да? Еду разобрали, напитки есть, алкашка с алкашкой. Короче, следующая еда
Дальше алкашка. Так, гараж. Алкашка. Так, смотрим. Зеркала. Чё ж, девки так любят зеркала-то сносить. А мода-то такая. Так, зеркала у нас потихонечку заканчиваются. Сейчас на донат отвечу. Сейчас, ребят. Плюс 200. 663. Здравствуйте. Thanks. А, кассира где? Короче, может быть, кассира как-то нанять, блять. Знать бы, как это сделать. 100 парковки. Нет, это не здесь. Мне кажется, потом, это позже будет. По, ну, по крайней мере, это чисто по логике это должно быть. Потому что, ну, в Соляново это их уже слишком прям много. Сигареты полетели. Фига там сигарет набрал. Четвертый уровень, да, ребята говорят? Ты что, здесь вообще невозможно? Здесь зашьешься, конечно, конечно. Я с чатом полностью согласен. Здесь прям просто must-have. Здесь без кассира это... Этот заказ, да, на 6 долларов. Очень много чаевых летит. Очень много. Так, ворота. Склад, склад, склад. Так, это у нас что приехало? Мороженое. За мороженым еду сразу. И сейчас посигналишь. Склад даже не успевает, короче, этот. Слушайте, надо разобраться. Мне кажется, можно и еду, и алкашку, да, вместе. Типа они с одного ряда идут. Ну, с одной позиции. Что, мудак или да? Я понял. Сторожи гараж. Мой сладкий пирожок. Старшим по гаражу. 11 позиций чувак сейчас взял. Давно я такого не видел. Сколько же у него заказ будет? 61 доллар. Просто секс. Так, напитки, по-моему, были. И так надо. Еда, понятно.
Вода, да, алкоголь. Да, вся. Алкоголь. И... Сабин, не спамь ты чё. А ты стикер затестил? I was worried we'd be stranded. Нет, блядь, серьезно? Слышь? Ты? И чё, и, блядь, и как? И всё? Габелла, чё? Я не знаю, что с ним делать. Сломана игра, чё? Что делать-то? А, это типа этот. Даже камеру 144 не подготовил. Ну, это типа, если забаговалось, ты понял, то нажимаешь кнопочку и это. Они ж поедут, да, я надеюсь. Наверное. Товары еще раз, закуски. Если доставка в пути. Что там за доставка едет? Что это за доставка? Шваброй можно машину выдвигать. О, лайфхаки подъехали. Красиво. Привет, помнишь меня? Слушай, не помню. Давно не было. Не, что-то если по чесноку забыл. Че, мудак?
Колонка, прикинь, все поломала. Реально колонка. Обалдеть. Эмбер, спасибо. Ты как всегда в своем репертуаре. Спасибо, братец. Тачка едет, да? Она к нам или от нас едет? Чё? Меня напрягает, что товаров нет. Блин, надо было по чуть-чуть мороженое раскладывать. Спасибо, Эмер. Надо мне эти найти. Интересно, а можно так? Не, ребят, их уже нельзя. Сейчас сюда надо в мастерскую все заказывать. Не, там просраны, ребят, эти. Багов хватает в игре. Переживем. Great. Так. Осталось мне только тачки, да, заправить? Great job. Что интересно такое сканер комбо? Это типа чаю больше дают? Вопрос, конечно. Опа! Вот и вывесочка подъехала. Кролик, спасибо огромное за сапку. Спасибо, ребят. И... Хорошо стоит 55. Так они по 60, по-моему, были. За 250 вот это слишком дорого. Оформляем заказ. Почему-то закончилась алкашка, еда. Вообще все закончилось. Спасибо, Данил. Очень вдохновляешь. Пожалуйста, не бросай Little Nightmares. Little Nightmares я полностью уже прошел. Ребят, вы увидите все до конца. Там просто бомбические две, три, и две или три последние серии.
Просто я охерел. Она реально по атмосфере как визаж. Я без шуток говорю, игра. Я просто, я сидел, у меня еще глаза на лоб не вылезли. Она очень напружная. Очень интересная. И идея офигенная у игры сделана. Крайняя машина, которую мне надо заправить, может быть... Так, есть. Улучшите заправочную станцию до 3-го уровня. Знать бы как. Улучшить. Это где-то здесь, в компе. Ага. Так, что мне это дало? Колонки новые я не вижу. Новый кол... О, ни хрена себе. Не шутя. Расширяемся, понял. Оборудование, прочее. Места парковки. Туалет. Топливная колонка. Автобусная остановка. Это еще чтоб, да, плюс люди. Блин. Так. Ждем бабосики. Что-то кассиры, ребят, нет. Пока не могу кассу. Надо автобусную поставить, но пока у нас с бабосиками. Ну ладно, давай. Давай воткнем. Раз уж она по основному квесту. Опа. Так. Плюс остановка. А, у нас сам магаз прям расширился. Не шутя. Ёпта. Шань, спасибо огромное. Спасибо, окей. Сейчас доберемся. Странно, да, что рабочих нельзя еще сделать. Это очень странно. По-моему, стенд. Кстати, мороженое. Мороженое. Мы можем на самом деле. Ёпта. Как взять-то? Хуя! Пати-бас, ёпта! Саны, возьмите меня с собой, нихера! Праздник нам приходит, ёпта! Ебать! Ра себе, ёп твою мать!
Вот это я понимаю. Спасибо огромное, Данил. Будет. Равы. А, ну и конечно же они возьмут чисто под пивандепл. Чисто по пивандеплу, да, берут? Проверяй. Нет. Они скупают чисто напитки, но они и чаюху оставляют, извини меня. Люда! Люда! Открой вторую кассу. Top of the line job there. Вы, блядь, даете. Спасибо за донат. Pretty much what I asked for. Дела они как засрали. Погас. У тебя товаров мало, у меня их почти нет. Давай, блядь. Ответь на звонок дяде. Дядь, вот вообще не вовремя. Бля, нихера Патибас поехал. Пойдем ответим. Может, что-нибудь годное скажет. Сейчас иду. Нахер. How was the rush hour, nephew? Как прошел час пик, понимаешь? Надеюсь, тебя не затоптали под всеми клиентами, заходящими из автобуса. Я слышал, как рабочие говорили, что между пассажирским автобусом и Армагеддоном разница невелика. Итак, если ты чувствуешь себя перегруженным работой, как насчет того, чтобы вложить денег в помощь? Поверь мне, это совершенно другой опыт, быть главным. Попробуй посмотреть. Вот, наверное, для чего это. Теперь я понимаю, для чего санитарный час нужен. Я теперь все начинаю понимать. Вот для этого и создан санитарный час на заправках, да? Когда надо за всеми все везде помыть, отмыть, все везде расставить, поправить, заказать, дозаказать, принести. Ой, бля. Очень плохо, что вот здесь ничего нельзя ставить. Хотя... Там и место нашлось. Так, помойка пока не сильно загружена. Значит так, стеллажи.
Большой стенд с продуктами. Чпонька. А, это так прям можно. Так. Думаю, дружочек, для тебя здесь вот прям оно. Прям вот оно предназначено. Это место. У нас и вода. И еда. Понял? Да ёп! Сам. Угу. А вот и мороженое. Работники. Проживание ваших сотрудников автофургон. Ага. То есть сначала надо трейлер купить. Окей. Так, раскладываем товар. То же самое здесь. По десяточке всего. Так, сигарки нет. И алкоголя вообще, да, нет? Короче, ребят, я реально предлагаю, наверное, сейвиться. Откройте чат, пожалуйста. Вот, и приступить к этой игре чуть позже, потому что, блин, это очень круто. Это, ну, мне зашла игра, не знаю, как вам, но судя по тому, что вы поставили 10 колоисов, и время час ночи, и 6 тысяч онлайна, это, блин, просто must-have, спасибо, ребят. А, друзья мои, я напомню, что сейчас начинается рабочая неделя, учебная неделя, но... Я вас попрошу не расстраиваться, потому что я для вас приготовил большое количество разных прохождений, летсплеев и всего остального. Короче, куча контента, который вы можете посмотреть на работе. Поэтому вот телеграм-канал, не забывайте подписаться, прожать колокольчик, там оповещения и все. Так что завтра новый видос на Hardplay, завтра новый видос на Hard Games. Ребят, даже если игра не нравится, кому не сложно, лайк, комментарий завезите, поддержите уж меня. Вот. А так у нас все круто, все четко. Давайте, чтоб легко вы отработали. Обязательно за здоровьем смотрите, не болейте. Все. Понял, принял, обнял, поцеловал. Вы у меня лучше. Правда, от души. Спасибо. Мотивируйте. Давайте. Доброго вечера.